Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня, в этот прекрасный морозный февральский день, я хочу рассказать вам еще об одном знаменитом московском рокерском месте. А заодно и поздравить вас с Днем всех влюбленных, с Днем Святого Валентина! Поздравляю всех вас! И вот угадайте, откуда в День всех влюбленных настоящий московский рокер, не хэви-метал, попса, репа, шансончик какой-нибудь, дурилка какая-нибудь картонная, а именно настоящий русский рокер, бесконечно влюбленный как в рок-н-ролл, так и в саму жизнь, во всем ее разнообразии, должен произносить слова поздравления всем влюбленным и своим любимым. Ну, конечно же, с Лужкова моста через водоотводной канал, соединяющий Болотную площадь, знаменитую, с Кадашевской набережной. Мост был построен в 1994 году, когда мэром Москвы был Юрий Михайлович Лужков. Поэтому его так и назвали Лужков мост. Но официально мост называется Третьяковским, так как является частью архитектурного ансамбля Третьяковской галереи. Архитекторами, которые запроектировали мост, были Астафьев и Копанс. А ограду делали по эскизам скульптора Зураба Церетели. Вроде бы ничего особенного, но это Зураб Церетели. А строил мост инженер Хомский. Вот такое есть гордое профессиональное слово. Инженер, о котором у нас начали забывать. А многие даже и не слышат. Выпускают сейчас одних менеджеров с мерчендайзерами и со слесарями компьютерными. А на Западе попробуй заслужи гордое звание инженера. Вспотеешь, пока заработаешь. Гордятся люди. Мы были и в Лондоне, и в Дублине, и в Лиссабоне, и в других европейских городах. Так там на табличках при входе в дом, а на старых домах там вход в квартиры прямо с улицы. Наверное, видели в кино. Так там с гордостью пишут, инженер такой-то, ну или адвокат такой-то. Считаю, что нам давно надо возрождать и поднимать авторитет звания инженера. Но вернусь к мосту. Вы, конечно же, недоуменно спросите меня, а при чем тут рок-музыка? При чем тут все влюбленные и какой-то мост, пусть даже и Лужков? Вы очень любите задавать мне такие каверзные вопросы. Что вам не покажи, так вы сразу, а при чем тут рок-музыка? А я вам расскажу, что у этого моста есть еще и два других народных названия. Мост любви и поцелуев мост. Почему появились такие названия? Да потому что мост приглянулся молодоженам. И они после росписи в ЗАГСе полюбили приезжать сюда. Фотографироваться и вешать замочки в знак вечной любви, но только на ограду моста. Это стало традицией. Но чтобы не уродовалась архитектурная красота моста, правительство Москвы решило в 2007 году поставить на мосту металлическую скульптуру «Дерево любви», чтобы замочки стали вешать на его ветки. Через полгода добавили еще два дерева, а затем еще и еще. Ну, любят у нас жениться люди и клясться в вечной любви. А у некоторых это получается делать по много раз. Ну, такие мы, полигамные, разумные существа. Я знал одного человека, который 4 раза женился. И в последний раз на своей первой жене, повторно. Я знал одну даму, которая выходила замуж 17 раз. И что самое смешное, 17-й раз она опять-таки вышла за своего первого мужа. Так что деревьев не хватало, поэтому их и добавляли. Сейчас на мосту 7 деревьев. Хорошо, скажете вы, почему мост связан с влюбленными, мы уже поняли. А при чем тут рок-музыка? Тяжелый задаете вопрос. Я бы сказал, коварный. Я даже сказал бы вопрос с заковыкой. Под вывертом, я бы даже так сказал, такой вопросик вы задаете. Но я все же попробую ответить на него и убедительно обосновать неразрывную связь моста с рок-музыкой. Так вот, он рокерский потому, что настоящий рокер беспрерывно с самого детства находится в состоянии постоянной
и безнадежной влюбленности в рок-музыку, в выбранный им стиль, в собственные песни. А если он еще и умный рокер, то он влюблен и в прекрасные песни многих других авторов. Но самое главное, настоящий рокер по уши влюблен в саму жизнь. Из него так и прет любовь к миру, к любимому человеку, и вся эта бесконечная любовь выражается в его музыке. Если музыка какого-нибудь рокера не цепляет, не вызывает никаких эмоций, никаких чувств, ни положительных, ни отрицательных, то это хреновый рокер, ну либо рокер, разуверившийся в любви. Ну что, убедил, что это самое что ни на есть рокерское место? Вот то-то! А вы вопросы задаете мне каверзные. Профессор Волощук на любые вопросы найдет ответы. Не такие мне вопросики задавали. И возвращаясь к дню Святого Валентина, если кто не знает, это покровитель всех влюбленных. В этот день принято дарить своим любимым и ненаглядным красивые открытки. Валентинки их назвали, с признаниями в любви. Вот как раз такую валентинку, только в формате видеооткрытки, я хочу подарить и своему самому любимому человеку, своей ненаглядной жене, матери четверых моих детей и по совместительству моему режиссеру, редактору и продюсеру. Праздников, братцы, много не бывает. Об этом знает даже несмышленый в детсаду. Придумывают праздники себе не только разгильдяи, но и влюбленные пошли у них на поводу. Придумали они себе прекрасный праздник. В честь Валентина тот был праздник наречен. Если кто думает, что это был любовник и проказник, так нет, то был святой, его казнили в этот день. Забыли все давно, кто это и откуда, но праздник устоялся, удержался на плаву. И говорят хорошие слова друг другу люди, и пьют весь вечер за любовь, а не за всякую там чепуху и ерунду. Поэтому я предлагаю всем поднять бокалы за светлую любовь, за бесконечную любовную волну. А сам, как честный человек, хочу я выпить за начальника за своего, за генерала, по совместительству мою любимую жену. С праздником вас, товарищ генерал! С днем Святого Валентина!